Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня, ребята, у нас обзор сильнейших игроков. Сегодня мы будем рассматривать 17 и 18 уровень. Так как 17 уровень является топовым уровнем Серебряной Лиги, поэтому сегодня мы там рассмотрим не 3, как обычно, персонажа, а 6 или 7, там зависит от того, сколько будет хороших и красивых званий. И, соответственно, еще захватим 18 уровень. Это те, кто по нечаянности апнулись из донатов или специально апнулись и пошли вверх на топовые уровни Золотой Лиги. Все, ребята, сейчас давайте переходим и смотрим, что там у нас есть. Так, это по рейтингу. 17-й. За все время. Так, ну у нас здесь вот бородатые черепа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек на 17 уровне, кто нормально претендует на уровень один из самых сильнейших игроков. Ну, пошли. Кто у нас там первый? Возрождение Империи. 17 уровень. Психоник. Привет, симпатичная девочка. Ну, вот уже видно. Вот уже видно. Хорошо. Что тут у нас? Сундучок есть. Топовый. Есть. Фрэнки топовый. Клетка. Пояс выкачан с хорошей акцией. Вся студия. О, еще и Марк. Ну, хотя бы один. Так, дальше у нас что тут интересного? То есть раскачана так хорошо. Пассивочка раскачана. Так, амулетики на что у нас? Амулетики у нас один на первую помощь, а второй на проклятие. Ну, прикольненько. Поздравляю с железным щитом. Вот это классно! 55 раз. Звание 4. Места в эвенте 8. Вот это я хорошо попал. 14. В турнирах 255. Ну-ка, что ты у нас? Ой, какая красота. Поздравляю, психоник. 3 года в Музварсе и быть на первом месте — просто прелесть. До сих пор вижу, что играешь. Просто круто. Но еще не собрала 100 призов. Ну, еще, видимо, не добрались. Еще экспедиции много-много прошла. В элитной битве 3 раза подряд. А что так плохо? На элитках совсем не играете, что ли? Ну, ладно. Так, а тут у нас... Эвента... Тан-таран-тан-тан-тан-тан. Нифига себе, на ринге. Всего побед на ринге 2000, рекорд. Рекордная глубина 521. Интересно сейчас, насколько они опускаются. 521 этаж, это же просто маниакально. Ладно, психоник, классный персонаж. Счастливо тебе, удачи. Думаю, что ты на 17 уровне еще долго будешь в топе. Так, следующий у нас на 17 уровне за все время. Ну, наверное, этого рассматривать не буду, так как нет звания. Думаю, что персонаж, скорее всего, брошен. Следующий, кто подходит к топовому уровню по славе, то есть, соответственно, это он, Джин Симмонс у нас. Ну да, неплохие характеристики, так я посмотрю. Да, а вот пояс чуть-чуть не докачали. Странно. А, оружие, наверное, спрятано. А это, скорее всего, просто так здесь стоит. Так, студия вся выкачана, 15-я, вообще классно. О, прикольно. Вот у человека амулет 10 уровня, беззубка. И вот, да, и кастет у него стоит, и кастет есть. И вторая у нас, что? Первая помощь. Так, реанимации тоже нету. Интересно, интересно. Вот на прошлого посмотреть персонажа, на психа.
То есть там очень интересно, там получается первая помощь стоит и проклятие стоит. А здесь человек веселится, видимо, что веселится, потому что стоит у него кастет, предположительно 17 уровня, наверное, ну, не скажу точно. Там плюс 10 к криту, скорее всего, который. И первая помощь у него стоит. Тоже забавно. Так, что у нас в зале славы? А, чуть-чуть уступает. Если там судить, и смотрите, экспедиции там 55, то есть здесь всего 2. Так, давайте начнем самое интересное. Так, это что-то не сильно участвует, что-то Джин Симмонс немножко перестал, походу, играться хорошо. Так, ой, не хватает. Платинум 10 раз. Человек, видимо, экономит хорошо на рингах. То есть, ну, молодец. Ну и 2 года. Скоро, наверное, будет свой праздновать юбилей в 3. Так, что у нас там дальше? Так, 17 уровень. Какие классные топы, да? Прикольно. Так. Пошли, Black Liner. Странно. О, прикольный топ, кстати, на 17 уровне. 20, 16. Кстати, не сильно такой, это, ну, раскачанный, но я подумал, что может быть и сильнее даже. Студия, да, студия топовая, пояс не топовый, клетка тоже. Так. Так, навыки, ух ты, нифига себе. Апперкот, тоже смотрите. А второй навык какой? Тоже первая помощь. Что тот амулет 10 уровня у нас. И очень странно, очень много активных навыков. Такой прикольненький персонажик. Интересно, блин, оружия не видно. Ну, так как нет в руках оружия, то есть, предположительно, наверное, оно не топового уровня. Ну, ладно. Ну и ладно. Согласен, что молодчина. Так, что у нас есть? Ну, вот начинающий. 24, по крайней мере, заняло место. Так, тут у нас... Слабоватенько. Да, не дотягивает там. Тоже 2 года персонажу. Ну и не хватает, соответственно. На кошмарку не ходила. Ну. Вот так. А все остальное по стандарту. Выиграть 100 супер призов. Ну да, я тоже себе получил такую. Хочу прямо вот. Прям хочу выиграть эти 100 супер призов. Ладно. Притоповый уровень. Счастливо. Так, кто у нас там еще идет семимильными шагами к топам? Файер. Хранители. Ну вот. Вот эти хорошие навыки. Вот вижу. Вот молодчина. Но вижу, что развивается. Играет, вижу, да. Тут, видимо, что-то от банкиров стояли, скорее всего, 2. Тоже 10 уровень. Паризанец стоит. И беззубка стоит. Кастета не видно. Хотя, смотрите, и здесь крита стоит. Интересно, у него крит там, наверное, 30%, скорее всего, где-то будет. Ну, круто. 30%. Странно, что не докачано. Хм. Прикольно. Хотела бы посмотреть, надо попробовать напасть, посмотреть, что у него за оружие. И что за навыки там, как будут распределяться. Ладно, Фая. 15. Мне нравится, как распределение идет у первого 255, у второго 205, которого смотрели там, потом 5, здесь 15.
Зато смотрите, нас сколько он на экспедиции на кошмарной, 14 раз уже ходил. Так. Так, 1000 вождей. Турниры. Турниры, что-то... Странно. Сейчас на что-то мало совсем как-то. У меня даже больше, по-моему. И 130. Да, до 500, конечно, не дотягивает. Ну вот, смотрите, зато здесь, видите, элитный пилот. Такие вещи. Вот подарки дарит. О, хороший меценат, да? X-Fire, о. Кому вот, все, кто смотрит, вот к нему обращайтесь. Он хороший спонсор. Дарит подарки. Вот к нему можно. Все попрошайки из общего чата, быстро все вот к нему просить. Ладно, шучу. Ну, молодчина. Хорошо. Празднует трехгодовалый юбилей. Смотрите, все кошмарки как классно закрыты. Вообще прелесть. Молодец. Так. Ну и, наверное, да? Что, еще двух? Наверное, вот этих вот. Видите, какие красивенькие прям. Смотрите, это 70% этот стоп. Давайте их добьем. Все-таки предтоповые алмазные лиги. Да, по характеристикам, конечно, немножко встает. Но так мне нравится, кстати. Все говорят мне на славе, типа, не... А там смотреть очень интересно. По славе, когда смотришь, они все равно распределяются. То есть ты когда в турнирах побеждаешь где-то наверху, все равно славы получаешь больше. Так, и у нас поехали. Поезд чуть-чуть не докачали. Но еще эвент не закончится. Я думаю, что раскачается. Будет еще шанс хороший. Восьмая деревяшечка. Это тоже восьмой. Ну вот, сейчас можно выкрутить его. О, все, в рулетку можно крутить, все выкрутить. Студия хорошо прокачана, все. Блин, мне нравится. Все поспрячут в пояс и в клетку. Никого не видно. Ничего нету, никого не видно. Вообще просто жесть. Так, ну вот, по крайней мере, это вижу. Гинг-понг. 18 уровень, 100% уже есть. Денежный чуй. Пробежу кредитов. Где вот твой сундук? А вон он где. Это я упустил сундук. Так, ну пассивка тоже раскачана хорошо. Так, домохозяйка. Вот у человека, вот лунная призма. Прикольно. То есть чисто стоит. И первая помощь. Не докачана до 10 уровня. Но, видимо, еще будет раскачиваться. Ладно. Боб тряска. Блин. Бобротряска. Извиняюсь. О, смотри, классно. 237. Это здорово. 237 наград получено. Это, видимо, вновь прибывшие идут, раскачиваются. Это классно. Хорошее. 54. 50. 183. Блин, до 500-ника никто не дотягивает. Лидер у вас вообще очень сильно отрывается, который в топе. Так, дальше что у нас? Тоже. Хорошо. Двухгодовалый. Элитные пилоты. Кошмарки не все закрыты. Кстати, а сколько кошмарок? Кошмарки две. Ну и вот они. Раз кошмарка и два кошмарка. То есть остались еще три. Вот еще меценат один. Ребята, все, вот, все к баботряске. Все просить подарки. Новая шутка такая где-то появилась. Так, что у нас? Ну и, наверное, давайте последнего. Все, 17 уровень алмазной лиги. Это у нас Vice Versa. Ой, какая красивая негритяночка. А параметры заметили? Смотрите, если у топовых там по 40, да, по 40 тысяч, то здесь, смотрите, 27-20. Но зато смотрите, какой красивый адепт раскачанный. То есть у него нет в основном выходящих характеристик. И все поспрятано. И смотрите, нефтебабл 14. Чуть-чуть не хватило до изжоги. Ну все, крутить можно рулетку, вытаскивать. Так. А тут почему-то 14. Видимо, только перекачивается. Ну ладно.
Видимо, перекачивают. Клетка 12-й. Тоже на уровень упал. Может, штрафанули? Сейчас очень интересная идет тенденция о штрафе администрации за использование ботов. Они просто убирают некоторые уровни у ваших предметов. То есть, ну и, соответственно, выдают предупреждение и пускают обратно в игру. По крайней мере, я такую радость слышал. Так, пассивка. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Первая помощь, а второе проклятие тоже взяты, смотрите, у топового уровня. Вообще хорошо. Победный зал, смотрите, все 10 уровень. Ага. И финик 3, да? А, не, вру я, плюс 5. Защитное поле, субарик 3. Ну, классно. Молодчина. Симпатяшечка прям, вот прям симпатяшечка такая. Ну-ка, что у нас у тебя есть? 51 награда. Первое место. Высшее звание. И, насколько я понимаю, все кошмар. Нет, одна не закрыта. Последняя. Я просто смотрю, думаю, наград же ровненько. Думаю, раз, зашел, а здесь не хватает одной. Вот плохой меценат. Плохой. Надо больше, 50 подарков надо подарить, 50. И вот нормальный. Так, а персонажу, смотрите, год, потом по 2. По 2, этому один годик. И человек, вот смотрите, вот прям молодец. Не использует бота совершенно, то есть получен... 10 призов даже не получено. Я вот свой приз 10% получил буквально вот недавно только. Собирать, вот честно, прям лень. 20, 20, 54. О, красивые. 83. Да, сейчас опускаться, видимо, сложнее стало. Ну, видимо, человечек играет для своего удовольствия. Чисто просто в удовольствие. Ну что, алмазная лига, счастливо. Переходим в следующую. Ну-ка посмотрим, у нас теперь 18 уровни. И здесь у нас получается, давайте, мерзавец. До него еще, смотрите, никто не дошел. То есть, вот, странно. Вроде недавно смотрел, играла. Мурзилка, а что-то сейчас нету. Ну ладно. Вот у нас три персонажа на 18 уровне. Очень крутых, насколько я понял. Это получается 100%, 100% и 70%, да? Которые идут по славе. Так, ну давайте начнем с тактики. Лунным волкам привет. И у нас что интересного? Вот, вижу хороший топ, классный. Практически трон. И марка, он, вот тактика. Поздравляю, один из лучших донатов, которых я видел, сидящих на уровне. Все выкачено в топовой комплектации. Так, дальше пассивки 1, 2, 3, 4, 5. Домохозяйка. Как все любят выкачивать футболиста, то есть домохозяйки рулят. 25, 18. Вот реанимация. И первая помощь. Стандартный набор, который я тоже советую. Просто круто. Вот зайду, хоть бы персонажу 3 года. Давай. 3 года персонажу. Давай. Так, сейчас подождите. 934. Классно. Тридцатник. 98 получено наград. Не, я на кошмарку ходить не люблю. Сильно большие растраты, малый выхлоп, то есть не мое. 39 204 330. Круто. И да, персонажу 2 годика. Хорошо. Ну, скоро, скорее всего, вся золотая станет. Тактика. Все, с тебя подарок. Всех меценатов солью на ютубик. Всех солью. Классно. Хороший персонаж. Можно еще дальше
Так и предполагаю, что, скорее всего, наверное, надвинется вверх на 21 уровень. Да, получается, у нас алмазная лига так прошла. Ну, это начало, скорее всего, да, будет золотая лига. Золотая лига, и будут они, скорее всего, двигаться до топовых уровней. Хотя я предполагаю, что они и так на первых местах здесь. Ну, типа, потеснитесь, давайте. Донаты пришли, топы снизу. Ну и ладно. Так, следующий у нас на 18 уровне. Ой, боюсь ошибиться. Белугин это. Это влюбленные в мечту. О, красавчик какой прям. С троном. Заметьте, вторая получается. Второй персонаж на 18 уровне. И оба с троном. Кристальный. Марк самого, да, получается. Ага, 11-й. Просто прелесть. О, чистого вида донат. Прям донат донатный. 67. 80. Представьте, топовый уровень 17-го получается. Мы смотрели, у него 40-тник, да, получается 45, а у этого 67-80. Это же просто нонсенс. Какая большая разница. Ух ты, какие пассивки интересные. Снижают урон. Прикольно. А активных сколько? Сколько активок? А активных у него медсестра и порезанец. Да. Ну, реанимация с первой помощью, в общем. Стандартный наборчик. Классно. Хоть тут прям интересно. Ну-ка, давай. Удиви меня. 234, блин, хоть бы 1000. Зато смотрите, первое место на районе. Вот человек бьет влияние прям. Прям молодец. 147. Прям рекордсмен. Белугин рекордсмен кошмарок. Так. Ну тут посредственное, конечно. Все. И 428 этажей за раз. А персонажу, смотрите, получается, скоро он будет праздновать только двухлетний юбилей. То есть годик прошел, все нормально. И не дарит никому подарки. Все на себя, видимо, тратит. Почти весь золотой. О, просто классно. Красиво прям смотрится. Давай быстренько, раз там с администрацией поговори, так и 3 годика себе накрути, чтобы здесь тоже золото было. И молодец. Супер призов нету. Чистый донат, не играет бот за него. Это прям 100%. На продаже вещей тоже. Крутой персонаж. Мне понравился. Так, ну и еще один, наверное, персонажик из золотой лиги. Это у нас будет лунные волки, Тури-сан, китайское имя, да, Тури-сан, красавица, как классно отличается, первых два это ледяные троны стоят, у них стоят Марк 9, там 10, 11, а здесь смотрю, раз, и стандартная студия 15 уровня. Но зато выкачены персонажики. О, изжога появилась. Вот, видите, там, смотрели, изжоги не хватало. Вот пояс по этой акции, смотрите, выкачили. Классно. И такой главный цветик, прям прелесть. Так, а на пассивке у нее крит стоит. Блокировка. Интересно, у Белугина стоят щиты, а здесь уже совершенно другое расправа.
И домохозяйка на 5 уровень выкачена у нее просто так. А амулеты? Амулеты тоже два стандартных. Это медсестра. Да, получается. Да, медсестра. И позарезец наш. Порезанец наш. Круто. Лунным волкам привет. Ну-ка посмотрим, что у нас тут хорошенького есть. Хорошенького. Так, у нас что там? Турниры 106. Так, три награды. Наши звания 2. 25 наград. Ага, 719 на 719. Так, 136. Странно, как-то мало. На полигоне побед совсем. 270 этажей. Ну и так вот сказать, я со своими 50 этажами вообще никуда здесь не вхожу. Там по 700 этажей, по 500. Блин, я со своими 50 вообще никак. Так, персонажик у нас 2 года. Скоро будет праздновать третий юбилей, да, трехлетний. Поздравляю. Киберспортсмен прям. Так. А вот не любит экспедиции создавать. И подарки дарить не любит. Ну и ладно, Турисан. Счастливо тебе развиваться до топового уровня в Золотой Лиге. А мы, пожалуй, на этом закончим. Спасибо, ребята, за просмотр. Прикольные персонажики, мне очень понравились. Вам всем счастливо, подписывайтесь на канал. Будут новые видео, будем смотреть. Удачики! Я на работу с утра, на работу понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. It went all...